В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 23 октября на телеканале ПС прямая трансляция официального открытия второго международного форума «Арктические проекты сегодня и завтра». В нем примут участие ведущие российские и зарубежные компании в области добычи и переработки нефти и газа, машиностроения, судостроения, научные и образовательные учреждения. Начало мероприятия в 9 часов 30 минут. 23 октября на телеканале ПС состоится прямая трансляция торжественного открытия пятого международного форума «Во славу флота и Отечества». Форум будет проводиться в год нескольких знаменательных для русского флота дат. Начало трансляции из театра драмы имени Ломоносова в 18 часов. 24 октября в кинокомплексе «Русь» состоится пресс-конференция с героями фильма «Белые ночи» Алексея Трепицына, премьера картины в Архангельске и встреча с режиссером Андреем Кончаловским. Смотрите трансляцию мероприятия на нашем телеканале в 16 часов 45 минут. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639-720. Откройте город вместе с нами.